Друзья мои, всем привет! С вами я, Дима, канал «Владелец аквариума», и снова мы на аквариумной ферме. Прошла неделя с предыдущего видео. Кратенько давайте посмотрим, что же происходит тут в аквариумах. Значит, в этом аквариуме жила самка меченосца. Но, к сожалению, произошла беда, она вот забилась вот в эту трубку, залезла. И там погибло. Вот мальков. Сюда я пересадил мальков. Вот они, видите. Вот. Из среднего аквариума. В среднем аквариуме осталось пару черных. Красный. Формозы. Вот, все растет отлично. В общем, в верхнем аквариуме вот так происходят дела. Эксперимент фикус памела в воде продолжается. Я не знаю, вот он там какой-то корень даже пустил, и, по-моему, что-то растет, но, может быть, мне так кажется. По Монте-Карло и папоротнику я пока не заметил, чтоб что-то изменилось. Ну, не пропадает, и уже хорошо. По водопадику. Водопад — это вот мое самое любимое творение. Не знаю, телефон не передает, к сожалению, то, что вижу я. Но мне это уже начинает нравиться. Кстати, вот моргает свет. Вот начало даже прорастать. Видите, вот на мхе. Я не знаю, что это. Может, куба. Я кубу сюда помещал. Ну и опять же, плесень. Не знаю, откуда она берется. Может, кто-то подскажет, у кого там полюдариум, кто знает, что делать, подскажите. Вот. Хочу сюда еще принести дуболистный фикус из банки, которая у меня дома. Ну, позже, пусть он разрастется. Вот тут все вот так. Такие заросли, джунгли. Можно сюда заглянуть. Вот. Аквариум с эхинодорусом тоже без изменений. В фильтре отросток фикуса памела, умела, он растет. Эхинодорус, вот он выстрелил один листик. Посмотрим, как он будет. Пойдет он на воздух, будет ли он расти на воздухе, не знаю. Вот. Все это вот так выглядит. Так, дальше блюдримы. Тут без изменений. Вот они тут ползают, живут, все нормально. Я когда прихожу, им масуру подкидываю, они все радуются и кушают. Вот. Аквариум с формозами и с мальками меченосцев потихоньку начинает расти все тут вот. Кидают стрелки растения, я думаю, подзарастет он через какое-то время. И вот видите, попал сюда мох на лаву. Я его не буду трогать, пусть тоже тут зарастает. Мох, который прирастает, это мох бабл. Так, тут у меня оманки. Вот, и формозы. Кстати, вот формоза пузатая, я не знаю, скорее всего, что-то с ней не так. Потому что она не должна быть такая пузатая, они живородящие, но приносят по одному мальку. А это прям какая-то, ее прям раздуло, бедолага. Ну, а так все нормально тут. Кстати, вот вы меня видите, привет. Так, нижний аквариум, тут еще все-таки самка одна сохранилась, меченосцы, они какие-то перепуганные, вот с момента, как я купил их, покупал их взрослые, они прям вот боятся, метаться начинают. Формозки, креветка там есть одна, вот, стенки я не чищу, зеленеют, ну пусть зеленеют, вот, вода не портится. Так. Тоже один из моих любимых аквариумов с улитками, желтый кролик. Я поместил сюда вабикусы с эхинодорусами. Эхинодорус Слава КПСС пострадал. Смотрите, видите, эти улитки
Ночью выползли, ну когда-то ночью выползли и пообгрызали листья. Листья начали пропадать. Ну, некому просто больше, кроме как улитка. Ну, ничего страшного. Пусть Эхинодорус растет здесь, я думаю, что будет он выживать. Укоренится, тут пустит корни, уже пустил. Вот. Эхинодорус тропика. Я не вижу повреждений никаких, но, может быть, там не видно. Ну, посмотрим. Кстати, вот в этом аквариуме наконец-то начал расти Монте-Карло, так как мне он понравился в аквариуме у одного из наших блогеров аквариумных. Вот, смотрите, Монте-Карло как растет прекрасно. Здесь нет ни удобрений, ничего. На течении, на лаве, вот он так свисает. Вон, кстати, улитка отдыхает. Так, вот, вот так вот. Ну и генератор тумана продержался неделю. Буцефаландры тоже продержались неделю. Вроде не умерли. Ну, генератор, на генератор я куплю позже таймер. Вот, и какой-то промежуток времени поставлю. Потому что мне как кажется, да, он не должен работать вот целый световой день. Он по 8 часов дубасит и потом всю ночь не работает. Вот, ну как-то так вот. Оп, откроем. Сразу туман рассеивается. Вот эта буцка вроде, мне кажется, как немножко подсохла. А может быть и нет. Может быть они адаптируются. Ну посмотрим. Я трогать тут пока ничего не буду. Сейчас долью водички. Вот, наверное, немножечко она испарилась. И все на этом. Вот. В общем, ребята, вот спустя недельку вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всегда читаю, всегда отвечаю на ваши комментарии. Всего доброго.